приветствую всех. Всем привет. Шахматный камбэк Е5. Ну давай коня 6, ну что ты? Не, G6. О, кто сейчас придумал? Сюда. Фианкета придумали 500 лет до тебя. Через жертву пешки нет? Нет, через жертву пешки, да, лет 300 назад, наверное. Хорошо. Куда это? D7. D7. Зачем ты поставил туда ферзя, ты мне объясни? Нормально там стоит. Ты скажи, зачем? На DC ферзь B6. На DC ферзь B6 тебя коня съедят. Будь аккуратен, если ты отдашь ферзя, я сразу сдамся. Ну, кстати, почти поймал. Я не буду испытывать судьбу. Он, кстати, реально почти поймался. Замечательно. Конь, кстати, мы с 2600 играем, давай, наверное, хватит. Да не, да он, слушай, что пара пешек нет. Ну, перекрытие, да, понятно, что ферзь D8. Да конь E4, конь D6, мат, каких пару пешек? Пару пешек, позицию вообще видел? Дай. Ну, конь H6 надо играть. Конь H6, конь F5. Да конь G5 это грозит. Да это никого не волнует. Ну как не волнует, если нам дадут в лоб мат, то я ничего не сделаю с этим. Хорошо, согласен, конь H6 надо играть. Там просто ванналя. Ну, даже не испортили позицию, не скажу. Ладно, потом посмотрим, поставим на движок. Плюс 5. Нисколько не испортили позицию. Вот, давай придумай. Зря не рокировал. Да? Ну ладно. Как нам ферзя спасать, лучше предложи. Что грозит? Конь G5 и слон C4. Немножко угроза, да? Видишь? Просто нужно было бить на E3. Да как бить? Я молчебник, что ли, 2 года подряд сделать? Так, и где его спасать? Ну, не знаю. На C6 куда-то. На C6. А если так? Ну, туда слон B5. Слон B5. А если ферзь B5? Ферзь C6. Ты видишь, какой эквилибрист? В этом после ферзь C6, ферзь C6, видимо, безнадежно. Совсем, ну, не совсем. Но, ладно. Смотрим. Хотя бы он думает. Вот человек с таким рейтингом — это топ-20 Феникса. Ты вообще думал, что играл в дебюте? Когда играл там в дебюте? Нужно вообще уже делать камбэки с 3000. Угу. С 5000. 3-0, 2-0. Да нет, у нас слон D7. Слишком, это слишком. Только ни одна позиция не переживет. Конь G3 где-нибудь туда, говорят. Угу, да. Он самый. Так, ладно, бежим отсюда нафиг. Все, доволен? Да, позиция практически равная теперь. Еще. Ну, пешка немножко напрягает. Ну, конь вроде пока все держит. Ладно, нам нужна хоть какая-то атака. Хотя бы, наверное, призрак атаки. Итальянская атака. Призрак итальянской атаки. Хватает ресурсов. Ну а что я могу сделать? Слоном. Да, ну ладья D8. Шах, но слон B4, но этого не хватит. Не хватит, но... Ну ладно, да, да. А слон B4 там же связка. Вообще, надо сейчас портануло чуть-чуть. Король H7 подобно. Нам надо комбинацию найти между атакой и защитой. Нельзя, потому что если сейчас ломаемся, то пешка просто пройдет. Можно шах? Ладно, надо, надо конь Е3 играть, что какая нафиг комбинация уже. Нет, стоп, нам же не дадут ничего. Нам напали на мат. Как защищаться от него? Вот так, например. Ферзь ты держишь, что ли, поле? Я вижу. Есть тонкий ход. Вот...
Король h7. Сюда, под шахом научился. Замаразно. Не, ну реально, что это за бред? Так, на патч. Побежал, нафиг. Белый? Удивительно, как он не сдается. Ну, ферзь, это приятно. Вот такой ход будет. Не, погоди, а мы тут уже вроде, мы вроде объективно выигрываем, да? У нас ферзь вообще-то. Да, вот ферзь c4, что да. Точно. Ладно. Всем спасибо. Да.